Рембрандт и Саския ждут ребенка, и Рембрандт пишет гигантскую картину «Жертвоприношение Маноя». Согласно библейской легенде, слетевший с неба ангел предсказал бездетной жене Маноя рождение сына Самсона. В этом сюжете Рембрандт увидел, прочитал причину того, что разрывало его сердце печалью и надеждой последние годы. И он наполнил пространство за холстом, сдержанностью и тишиной. Действие картины происходит в большой полутемной комнате, где почти нет никаких предметов. В нескольких метрах от нас проходит высокая противоположная стена, и парящий на ее фоне, озаренный неведомым светом, ангел с лицом мальчика, улетая в глубину, погружается во тьму. В то время, как потрясенные родители, старый Маной и более молодая жена, молитвенно преклонив колени перед жертвенником на полу, освещаются снизу его косыми лучами. В этих лучах дивно обнажается их сокровенная вера, надежда, такая сильная, полная, всеобъемлющая, что все вокруг них на этой огромной картине, где, кажется, нет ничего, кроме тревожно поблескивающего жертвенника, его лучей, пронизывающих темноту, до переживаний, озаряется, в свою очередь, великим и сладким утешением. Оно рождается, светит из глубины их чисто земных, человечных, столь простых и радостных родительских чувств. Явление ангела чуть намечено, словно на грани сознания, скорее призрак милосердия, игра воображения, чем телесный образ. Все внимание зрителя сосредоточено на внутреннем мире этих чистых, благородных и богобоязненных людей. Человек всегда будет ждать чуда, и верить, и не верить в него, не успокаиваясь, пока чудо не станет реальностью, будто говорит нам картина. Чудо, о котором повествует здесь художник, не в сверхъестественном явлении небесного вестника, а в глубине простых человеческих чувств, которые художник уловил в одухотворенном молчании отца и матери. Характерно, что в этой картине такое большое место занимает пространство между нами и противоположной стеной, простор, окружающий людей, теплый, волнующий воздух, как бы отражающий их мысли, сосредотачивающий нахлынувшие чувства. Внутренний мир человека и эмоциональная среда, в которой он живет, вот отныне главный стержень искусства Рембрандта.